Здорово и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. Сегодня для вас будет вещать великорусская версия лысого хищника Магомеда Исмаилова. Поговорим о самом, ну, пожалуй, одном из ожидаемейших боев этого года. Одном из самых ожидаемых. Это Геннадий Головкин. Будет драться с Камилом Шереметой, никому неизвестным поляком, который вдруг решил, вот так вот, пойду-ка я и стану чемпионом мира. А чё бы нет, да? Никогда никого не побеждал, никогда никому не был известен, никогда ничем в боксе не славился, никогда никого не вызывал, никогда вообще никто не слышал этого имени. И тут бац, я буду драться за чемпиона мира. И не с кем-нибудь, а с Геннадием Геннадьевичем Головкиным. Вот такая история. И эту историю у нас откладывали с февраля, пожалуй, этого года. Переносили на март, на апрель, на лето, на осень. И в итоге зимой, под конец года, все-таки парни подерутся. Касательно антропометрических данных, у Геннадия небольшое преимущество. Касательно физической мощи, у Гены преимущество откровенное. Самое важное, что есть у боксера, это плечи и грудная клетка. Это самая главная сила. Руки не должны быть накачанные, они должны быть худые. Ноги не должны быть накачанные. Все это хрень. Самое главное это, ну, шея еще. Шея, корпус. Желательно, да, чтобы немножко сгорбатившийся был боец. И плечи. У Гены все это просто, ну, нереально мощно. Одна из причин, кстати, почему он так сильно бьет людей. Вторая причина — это, конечно, его тяжелейший удар, который он всегда тренировал. Превосходство в антропометрии, превосходство в силе удара, превосходство в боксерской моще. Это сыграет, конечно, тотальную роль. Но у Шеремета большое превосходство в возрасте. Шеремете 31 год. Для средневеса это самое золото. Вспомните того же Геннадия Геннадьевича, каким он был сильным в 31 год. Ну, можно, кстати, посмотреть на Дэниела Джейкобса, который в 31 год уже не был сильным. Поэтому когда как. Что касается Геннадия, 38-39 уже парню лет. Уже очень взрослый малец, уже очень взрослый дядька. Но последний его бой был год назад, и я бы не сказал, что Гена растерял зубы. Гена еще может ударить, Гена еще может показать функционалку, Гена еще может биться до последнего, Гена еще может вырывать победы, Гена еще может держать удар, Гена еще может взрываться, Гена еще может двигаться. Но одна проблема: Гена так и не научился прессингу, Гена так и не научился работе в клинче, и Гена так и не начал работать с блоком. И что... Вот это, кстати, сгубило, собственно. Я всегда знал, что однажды это Гену сгубит. Это Гену сгубило. Слишком хороший, слишком эффективный джеб. Вот когда будет приходить пик карьеры и пойдет небольшой спад, постепенно, постепенно Гена будет все больше и больше полагаться на джеб. Если мы посмотрим его бой с Джейкобсом, Гена перебоксировал Джейкобса только благодаря джебу. То есть он на нем зациклился, поэтому там и не было второго нокдауна, не было нокаута. Он зациклился на своем джебе, на котором все получается. Это же было в обоих боях с Альваресом, и это же было в поединке с Деревянченко. За счет джеба выиграл, но он зациклился на джебе, а уже настолько сильных ребят, у которых там и допинги, и блоки, и перевесы, и все что хочешь, и морально-волевые качества просто за небесные, их уже джебом не нокаутируешь. Нужно уже их перерубать, как рубился раньше. А сейчас Гена уже так не хочет, а может и не может. Касательно его нового тренировочного процесса, ну, здесь у меня двоякое чувство. Я когда смотрю, как Гена тренируется, я вижу очень много любительской работы. Вижу очень много челнока, оттяжек. Ему это не надо, это не его стиль. Это вообще не его генетика бокса. У него поставлен совсем другой принцип удара. Он сначала должен наступить на землю, знаете, как слон, швырнуть всю свою массу, просто ударную волну пустить, которая людей в нокауты отправит, и вместе за ней пустить свой удар, довернуть свои мощнейшие плечи, и тогда получается очень-очень жесткий удар. Так он всех и побеждал. А тут он решил какую-то легкость, какую-то прыгучесть. Это вообще ему не надо тренировать. Во-первых, это ему увеличит процесс старения. Во-вторых, это... Ну, знаете, вот когда вы изобрели велосипед, вы начинаете изобретать самокат. И начинаете еще ездить на этом самокате, когда вы мастер спорта по велоезде. Ну, вот надо это. Но вот Геннадию это не надо.
Единственное, что радует, Камил Шеремета, если судить по последним боям, как минимум, это не тот боксер, который будет убегать, который будет что-то там фехтовать, там по очкам, кто больше нащелкает, кто больше надотрагивается. Как Сондерс вот это делает, как вот сейчас Бивол таким стал, как вот Усик в последних боях вот таким был. Ну вот то, что Ломаченко, за что его там, о, Бог, бокс, Иисус Христос, ну вот он. Шеремета не тот боец. Шеремета это боец, который поднимает блочок и идет вперед. Заходит на, через какой-то джеб на средне-ближнюю дистанцию, что-то пробьет, не сильно, оттянется. Попринимает какие-то удары, попытается ответить контратакой. Удар не сильный, Гена этот удар никогда не отправит ни в нокдаун, ни в нокаут. И как только Гена начнет работать по этому блоку, мы с вами увидим тот сценарий, что был с Мартином Мюрреем. Мартин Мюррей тоже умеет отвечать из-за блока. Мартин Мюррей тоже неплохо двигается. Мартин Мюррей тоже не нокаутер. Но понимаете, когда вас бьют с такой силой, а ваши удары сопернику наплевать на них, ну, происходит то, что вы начинаете больше переживать за свое здоровье и меньше переживать о результате. Шеремета там говорит, что я выйду, я буду драться как Деревянченко. Чтобы драться как Деревянченко, надо быть как Деревянченко. Ни в одном бою не видно, что Шеремета как Деревянченко. Понимаете? Нет у него такого характера, нет у него таких зубов, чтобы насмерть драться. Собственно, поэтому у него и так мало нокаутов, потому что никогда в жизни он не шел прям умирать ради победы. Когда соперник падает, ну что бы не добить. Когда соперник не падает, он, ну вот, ну выигрываю по очкам там потихонечку у себя там в Польше где-то. И ладно. Нет, Деревянченко не тот боец, поэтому он с Геной закатил такой боище. Шеремета такой бой не закатит. Да, идет вперед, да, блочок есть, да, там подвижный, да, моложе. Но как только он начнет пропускать удары, а он начнет их пропускать, я думаю, раунда... Ну, первый раунд, мне кажется, Гена прям на жесткое обострение не пойдет, но раунда со второго он пристреляется абсолютно точно. Джеб уже будет заходить каждый второй. Либо в блок, вот прям его силовой, отталкивающий. Либо пробивать этот блок, либо ловить на опережение, удар на удар. И Шеремета начнет больше защищаться, больше пассивничать. И технический нокаут к 7-8 раунду, это самый вероятный исход. Но если Шеремета вдруг, мы же этого не знаем, если у Шеремета башка вот здесь вот поприличнее, покрепче, то он может, либо побывав в одном-двух нокдаунах, достоять там до конца, либо быть нокаутированным в конце, либо, что ну, практически невероятно будет, проиграть этот бой по очкам. Но почему Шеремета в любом случае проиграет? Ему, чтобы выиграть, ему нужно Гену просто деклассировать, просто унизительно победить. Нужно вообще каждый раунд забрать и на один пропущенный удар ответить 10. Может он так? Учитывая, что у Геннадия Головкина даже вот в его возрасте функционалка выше среднего. 700, 750, 800. Вот с Альваресом было 800, почти 900 ударов во втором поединке. Это ну просто, это занебесная функционалка для среднего веса. Если сейчас, вот посмотрите, Андраде, например. Вот Андраде побил Сулецкого. Лучшего боксера практически, ну по сути лучшего боксера Польши. Вот он и Шеремета, два лучших средневеса Польши. Он выбросил там 400 с чем-то ударов, это вообще ни о чем. Ну это позорище, понимаете? Вот, а Геннадий Головкин, 700 ударов, это самый минимум. Шеремета с такими никогда не дрался. Вот понимаете, нокаутер, которому плевать на ваши атаки, и который бьет по 700 ударов за поединок. Шеремета от этого, ну, немножко обалдеет. Поэтому просто перебоксировать, просто набить больше тоннаж, больше на попадать, больше на агрессивничать, меньше на пропускать, это у Шеремета вряд ли получится. Если получится, то вот на столечко. И все равно дадут победу Геннадию, потому что, ну, нокдаун-то там будет все равно, я думаю. Вот. А прям полностью как-то деклассировать, знаете, как Усик деклассировал там Гасиева, такого не будет. Ни при каких обстоятельствах. Ну, просто, понимаете, и антропометрически Гена больше, и на дальней дистанции он боксирует лучше. А если он к нему подойдет на ближний среднюю, ну что, Гена будет все время от него закрываться, убегать? Гена ему будет там отвечать, Гена его будет встречать на подходе на ближнюю дистанцию, Гена его просто разобьет. А если Гена просто станет вот тем Геной, каким он должен быть, понимаете, тем боксером, которым он был всегда, он просто пойдет и забьет его нахрен. Вот как он пошел и забил нахрен Келла Брука, как он пошел нахрен и забил Мартиросяна во втором раунде, когда что-то там боксирование какое-то было, ненужное вообще Геннадию, пошел, забил. С Роллсом, какой там, по-моему, пятый раунд был, боксируют они, боксируют, что-то такое, типа ничьей высвечивалось. И Гена подумал, да ну нахрен, пошел просто вот терминатором, сломал его, как Матиас. Знаете, если бы Гена боксировал как Матиас, у него бы ни один соперник застоял до шестого раунда, ни один. Все бы закончили как Роллс. Понимаете, потому что когда Гена начинает работать терминатором, это никто не может выдержать. Ни один боец.
Поэтому, ну, конечно, Геннадий бой выиграет. Конечно, это, ну, 90%, что это будет нокаут. Я не знаю, ну, не представляю себе, чтобы Шеремета достоял. Если и достоит, нокдаун будет и не один. Так что Геннадий Головкин свои пояса защитит. Геннадий Головкин – это боксер великий, это боксер достойный, это лучший средневес 21 века. Никто в среднем весе не сделал больше. Никого в среднем весе так не избегали. Вы подумайте, боксера избегал Штрут, вот этот немецкий чемпион мира, по двум версиям чемпион Хоре, этот Серхио Мартинес, Хулио Сезар Чавес, когда был на пике, Альварес избегал, когда Гена был на пике. Альварес же даже от пояса WBC отказался, чтобы не драться с Геной, вы представляете? Его там за это, я не знаю, как только не чмырили. И потом, когда Гене было 35, когда Гена уже с Джейкобсом пошел на какой-то спад, тогда Альварес согласился, и то на клинбутиролах. Ну, это отдельный разговор. И Гену избегал, до сих пор избегает Билли Джо Сондерс. Представляете, сколько боксеров, и все как бы, не, мы с ним не хотим, мы с ним не будем. Вот такие вот дела. Поэтому Геннадий Головкин, это, конечно, легенда. Его многие говорят, вот была там золотая эра среднего веса. Ребята, а Гена к ним не относится. Ребят, вы неадекватны своему времени, вы не понимаете законов времени, нельзя сравнивать. Есть такой момент, когда, ну, например, идет война, и человек, выживший на войне, он уже герой, он уже непобедимый. А человек, никогда не воевавший, но показывающий самый лучший результат на всех военных подготовках, например, в мирное время, как этих двоих можно вообще сравнивать? Вот надо быть адекватными своему времени, надо понимать законы времени. Гена в свое время был лучшим и будет лучшим. Никто вот его ближайшие 5 лет, никто в среднем весе Гену не превзойдет, это точно. Никакой Чарло, никакой Андраде, там даже близко, даже намека нет на то, что они его превзойдут. Если мы берем золотую эру среднего веса, ну откуда вы знаете, что вот если бы Гену еще в эту бойню закинуть, если бы он в этой бойне не вышел бы победителем? Вот откуда вы это знаете, понимаете? Будьте адекватны своему времени. В своем времени Гена ничуть не уступает этим ребятам. Как можно говорить, что человек, грубо говоря, человек там, самый сильный человек 10 века умирает, и самый сильный человек 11 века сильнее, чем человек, самый сильный человек 10 века. Это глупости. Они между собой не дрались, и между собой не соревновались. Поэтому, друзья мои, бокс меняется. За такими, как Геннадий Головкин, надо было следить давно. Они нам дали понять, что бокс меняется. У Гены мало что от завтрашнего бокса было, кроме давления, кроме силовых комбинаций, функционалки и нацеленности на нокаут. И отсутствия лишней работы на ногах. Но даже этого ему хватало, чтобы вот так вот залезть. Чтобы быть такой легендой, зарабатывать по 15 миллионов долларов за бой. Понимаете? Поэтому мы должны быть готовы к тому, что люди будут брать пример с Геннадия Головкина. Люди будут брать пример, ну, и с него уже берут пример, понимаете? Новые бойцы, которые появляются, вот боксеры будущего, их если сравнивать, то только с Головкиным. Вот Саджо, Берланга, там, Наои Наоя, Богачук, его прям так Богачука и называют, наследник Головкина. Это все либо уже чемпионы, либо будущие чемпионы, весь мир это понимает. А с Сондерсов, с Хирондерсов никто пример брать не собирается, потому что, ну, это потому что говно.